Привет. А что сегодня делает тебя счастливой? То, что я жива и здорова. Все. А еще? Моя подруга. Пока ничего. В смысле ничего? Мы встретились. Да, мы встретились. Знание того, что дома в духовке курица с картошкой. Ой, супер. Мы долго не виделись, поэтому счастливыми делает наша встреча. Это правда. Антидепрессанты и нейролептики. А еще? Ну, мы идем в МАК. Это весело. Хорошая учеба, занимаюсь спортом. Любимая девушка, родители. Все. Встреча. Долгожданная. Вы давно не виделись? Да. Ну да, достаточно давно. Ну, недели так. Две, три. Больше. Ну, короче, давно. До Нового года, наверное. Вы всегда радуетесь вот так встречам? Да. Конечно. А сегодня меня делает счастливой мысль о том, что сегодня выходной, а завтра мне не к первой паре вставать, а к третьей. Проснуться дома, спокойно позавтракать. Вот, начать день спокойно. Прекрасная зимняя погода и отсутствие дождя посреди зимы. Это лучшее, что может быть в нашей стране. Встреча с этим. Мы пошли гулять вместе. Да, мы очень давно не виделись. Да. Хорошая погода. И все. Ну, наверное, то, что сегодня воскресенье. И то, что все хорошо. У меня сегодня приехала подруга. Мы с ней отлично проводим день. Гуляем, веселимся. Это делает меня счастливой. Сегодня меня обрадовала чудесная прогулка на открытом воздухе. Я ощущаю эти морозные веяния новой зимы. Что тебя обрадовало? Прогулка в лесу. Да, лес, зимний лес прекрасен. Вот народу слишком много. Вопросы задают вам. Да. Поменьше, да, людей хотелось бы? Ну, конечно. Смотрите, сколько, да? Многовато. Хочется тишины. Я вышла сегодня из дома. Со мной происходит это крайне редко в последнее время. И сегодня я вышла. Я ехала в метро, сидела между двумя мужчинами. И я чувствовала их энергию. Я такая, вау, люди, вот это да. И я шла по улице, чувствовала людей вокруг, смотрела на этот мир. Сегодня шел снег хлопьями. Это моя любимая погода, и это меня очень сильно порадовало. В общем, меня порадовала улица. Ничего, сегодня отстойный день. Я весь день просидел за проектом и чертил гребаные конструкции для многофункционального жилого комплекса. И я понял то, что то, чем я занимаюсь, это явно что-то очень далеко от моей жизни. И... ничего, меня сегодня не порадовало. То есть совсем-совсем ничего? Ну, я вышел прогуляться по Китай-городу. В принципе, тут все украшено, и атмосфера довольно радостная. Но... ну... нет, ну в целом могу сказать, что мне нравится на улице, и пока я не занимаюсь проектом, мне неплохо. Но мысль о том, что я сейчас приду домой и буду снова это говно делать, как-то так себе. Вот. Сегодня я общалась с большим количеством людей, вот, рисовала. Мы обменивались эмоциями, ощущениями и всем остальным. Вот, и для меня это своего рода терапия, и... сейчас я чувствую себя, пожалуй, очень хорошо.